Легендарный музыкальный критик и журналист. Peace and love. Меня зовут Артемий Троицкий. Во-первых, он очень смелый. Он правдоруб. Он стремится к идеалу. Подвижник, стоик. Самый первый диджей СССР. Дискотека состояла из двух частей. И это была славная советская традиция. Сначала лекция, потом танцы. Король последних журнальных страниц. Я выписывал практически все журналы, я их не преувеличиваю. Нет, я не выписывал, но их покупал, читал, мне это было интересно, мне нравилось его. Парадоксальность мышления. Да, конечно, журнал «Ровесник» был настольной книгой. Если он писал, что эта пластинка вышла и нужно послушать, то мы все бежали и слушали эту пластинку. Организатор первого советского рок-фестиваля. Наши рок-песни, на мой взгляд, это единственный способ создавать такую музыку, такие песни, которым молодежь могла бы верить. Крестный отец главных советских рок-звезд. Артем первый, кто пригласил нас. И с этого, в общем, началось победное шествие аквариума в сторону мира. Но вся история группы «Браво» связана напрямую с именем Артемия. Он поднимал сюда культуру инакомышления, вот, в которую до поры до времени попадал и русский рок. Автор первых советских книг о рок-н-ролле. Ну, если Петр Первый прорубил окно в Европу, то Артем, конечно, прорубил окно русскому року в западный мир. Создатель и ведущий культовых музыкальных радио и телепередач. Hello, David. Здравствуйте, Дэвид. Приветствую вас в кафе «Обломов». Спасибо. Автор и ведущий цикла онлайн-передач об истории рока. Пенсионерским приветом вам обращается Артемий Кирович Троицкий. Культуртрегер, сноб, киноактер, эмигрант, политический обозреватель и диссидент. Артемия Троицкого называют по-разному. Он уже 40 лет является абсолютным авторитетом в музыке. И не только в России, а также за ее рубежами. Так было и так будет.